В 9:00 утра 58-летний водитель Рено Флюенс направлялся в сторону Яйвы. Автомобиль выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком «Ситрак». От столкновения большой груз выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с двумя автомобилями «Рено Дастер» под управлением мужчин 1957 и 1962 года рождения. В результате автоаварии погиб водитель «Рено Флюенс». Также пострадали водитель одного из «Дастеров» и два его пассажира. Их госпитализировали. По факту аварии в ГИБДД проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Инспекторы настоятельно просят водителей быть особенно внимательными и осторожными на дорогах. Важно соблюдать дистанцию и скоростной режим, избегать сложных маневров.